Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем проходить Wolfenstein The Old Blood, и это у нас вроде еще продолжение 4 главы. Как я знаю, в этой игре около 10 глав, поэтому если каждая глава будет занимать по 2 серии, то, ребята, нам еще многое предстоит что сделать. Но меньше разговоров, больше дела. Как я уже заметил, к нам уже через окно влазят фашисты, нам нужно защитить вот ту девушку, которую мы... в которую мы пришли в гости в предыдущей серии, в эту таверну, и на нее напала собака. Сейчас они убежали, и нам нужно защитить это здание от фашистов. Ну что ж, ребята, давайте начинаем. Не успели начать, как уже замочили. Так. Этому. Где вы? Опа, еще улучшение здоровья. Ни хрена себе, 3 улучшения здоровья. В предыдущей же серии вроде было улучшение здоровья. Так, ладно, нет, не залезайте, дружище. Ух, гранату, ни хрена себе, ты прям метки через окно так закинул. Так, не, ну если честно, ребята, вот именно моя оценка этой игре, я бы этой игре поставил где-то... около 100 и 100, что ли? Ну, около так, 94, 95, 100, не знаю. Может, есть какие-то иногда недочеты, когда мне что-то не нравится. Но все же, ребята, игра, если честно, очень такая атмосферная и, в принципе, очень классная, как по мне. Поэтому, ребята, если вы не проходили, я советую вам пройти, мало того, что эту часть, так я вам, ребята, советую пройти первую часть Wolfenstein The New Order. Она вообще охрененная настолько, ребята, что вы себе не представляете. Это как бы вторая часть, можно сказать, но это не продолжение, это предыстория, что было ранее. Но если честно, то и эта игра тоже очень крутая, и я вам тоже, ребята, советую ее пройти. Ну, как бы я ее еще сам до конца не прошел, но все же я вам, ребята, тоже советую. На тебе, фашист! Не гранату, конечно, но зато кучу пуль в рыло твое. Опа, не говорите, что у нас пули закончились. А зачем я буду с этим лазать, если у меня есть дробаш? Я просто могу тут встать... Ага, это я сказал тогда, когда я уже... Ой, твою мать! Тогда, когда я уже всех перебил, да? Ага, их... Да во как он меня заколебал, вот этот... Охренеть, это уже с 2 пулеметами. Так он еще и ломает вот это. Вы что, с ума сошли нахрен? Так, у меня патронов нету, ребята. Ага, так это так просто, ему нужно было все же стрелять. Ага, ну как просто, мы же еще его не убили. Мы его просто обессилили. Ну что, ему нужно в правую руку стрелять? Мы же его там обессилили. Жопа ему. Пока что нет, зато нам в скором времени, как по мне. Так, ладно. Так, ща, ребята, я просто не очень много разговариваю сейчас. Ага. Здоровья у нас, конечно, но не скажу, что очень много. Охренеть. Ни патронов, ни оружия. Ага, они нам помогают, да? Я вижу, они нам выкидывают.
Охренеть, он жестокий. Ну вот и жопа нам, ребята. Я с вами прощаюсь. С вами был Эдисон, но нам приступила жопа. А хотя пока что еще нет. Пока что еще нет, но уже почти. Вот хотя бы вот это место, знаете, такое более-менее, где можно спрятаться. Вот именно тут. Не очень прям, но... Да сдохни ты уже нахрен! Это чувак... Ой. Ух, как я успел. Тот чувак похож на того, который убил нашего приятеля пару серий вроде назад в предыдущей главе. Он похож, в принципе, на него. Я не знаю, может они там клонируют их, что ли, или фиг его знает. Может это его брат-близнец был? Все, все может быть, все может быть. Так. Она идет с нами. Ну пошли. Так, ну в этом базарке я пока что пособираю все, что тут можно собрать. Все, что тут можно собрать. Так, ну вроде все, да? Спускаемся. Следуем. Так, ну давайте. Ты какой-то медленный, если честно, но мы тебя подождем. Пещерочка классная. Но мы отсюда сейчас будем выбираться с нашей таверны. А пораскидали нахрен там все. Вообще нахрен робокоп какой-то. Или даже похуже терминатора нафиг. Но мы его сумели убить, охренеть. Он почти нас уже убивал. Нехило так, как много раз. Почти. Вот то, что именно. Вот сейчас, мне кажется, конец четвертой главы и будет пятая глава. То есть я это взял. И сейчас она сказала, что у нее нету вещей, а я ей дал. А что бы было, если бы я не взял? То есть история бы поменялась, и я бы ей не отдал эти документы? Не документы, какие нафиг документы, просто считаю субтитры. То есть я бы ей не отдал вот эти вещи, если бы мы тогда их случайно не подобрали. Вот и пятая глава, ребята. Вольф с бур какой-то. Ну ладно. Looking for OSA Agent 2. I called ahead to say that you were coming. Agent 2 knows where Helga is. Good. So much death for a silly folder. If we don't find it, there'll be a whole lot more. Me and Annette will hide in here. Ну какой у тебя дробашок? Дай мне, пожалуйста. I stole some radio devices from the Nazi pigs. We can use them to communicate. Take this, and then get out of the boat and help me push it under the jetty. Leg dich hin, meine Liebe. Спрятался? Ни хрена себе нычка. Так, ну пока ты там базарь, я вот это все пособираю, что тут можно собрать. Так, ага, да, все, вроде все мы собрали, ребята. Ну раз мы все собрали, значит нам нужно топать. Это какой-то заброшенный город, как я сейчас понимаю, да? Поэтому нацисты, да, фашисты вот эти его захватили. И сейчас мы тут будем пробираться через него. И будем смотреть, что тут мы сможем найти. Посмотрим, ребята, конечно же, мы посмотрим. Ага,
Это вот тот чувак, если мы его сумеем убить, то он не поднимет тревогу. Что-то в этом роде, да, как я понял? Так, что там еще было? Ага. Но там больше вроде никого нету, только на той стороне. Да, вот тут чувак. Лучше мы все-таки пригнемся. Это разбить нельзя. Ну, ни хрена себе, золото. Опа, опа, мой любимый пулемет. Да я надеюсь, ребята, что ваш тоже любимый пулемет был бы тут, если бы его не украли. Ну ладно, ладно, паскуды, так уж и быть. Раз украли мой пулемет, жопа вам. Ох, жопа вам. Так, если я, конечно, найду проход, куда нам нужно идти. Так, сейчас мы тут находимся, да? Сюда мы войти не можем. Может, прыгать туда? Наверное, так и нужно. Ну, я так думаю. Да да залезь ты уже нахрен на вот эту хрень. Где ты, паскуда? Ща, ща, ребята, не бойтесь, мы все порешаем. Ух ты, ни хрена себе! Это я куда выстрелил? Хедшотик туда, хедшотик сюда. Это, да, это фашист. Забить. Твою матик, это конченая тупорылая лодка, нахрен. Ладно, не конченая, не тупорылая, но похренеть. Да перезаряжайся уже ты нафиг, спустя час. Посмотрите, ребята. Это кажется, что это просто, но это ни хрена не просто на этой лодке. Так, ладно, ладно, собираем, собираем, собираем. Кто где? Хедшотик, хедшотик. Хедшотик, ни хрена себе, ребят, я там хедшотики раздаю. Да заткнись ты нахрен, пищалка противная. Тут ты ей сказал, и она заткнулась, реально. Вы что, нахрен меня слушаете? А если я скажу, вот, нати, сдохну. Сдох! Ребята, я прям, знаете, словом могу выполнять. Так, выполнять указы нафиг. Так, давайте лучше отсюда нафиг свалим. А то я вижу, там нацистов много, а смысла их перебивать пока что нет. Ну, как бы есть, всегда есть, то есть развлечение. Здрасте. Так, ладно, если вы хотите развлечься... Ух ты, нахрена себе, я научился, как его убивать. Я случайно стрельнул ему туда, в задний проход, нахрен, да, в баллон, и он как бы взорвался, что-то в этом роде. А, твою мать, так вот тут нужно было приходить по этому мосту, а я нахрен туда... Я прям слепой какой-то нафиг. Нужно было вот сюда. Я туда побежал, да, я думал, что там вот что-то есть. А нужно просто-напросто было вот по этому мосту сюда пройти, да и все. Ну, да ладно. То есть я как-то не заметил нафиг. Но все же, ладно, не заметил, так не заметил. Главное, что прошли, и главное, что сюда мы дошли. Ой, главное, что сюда мы дошли, да? Вашу мать, ну что ты так нахрен плаваешь? Хочешь, прям, знаете, морит его, когда он воду увидит, сразу нахрен туда окунается. Хоть я и не хочу прыгать, да залезь ты нахрен сюда, ну что ты такой... Ребята, это физика вот этих прыжков, это нахрен с ума можно сойти, если честно. Так, а я, походу, не туда бегу, потому что мы просто-напросто круги наматываем. Ага, вот куда нам нужно. Вот нафиг, а я как-то даже, я извиняюсь, но я как-то даже не заметил. Ну, ладно. Гавань, опа, что там было? Ага, граната. Ух ты, ни хрена себе, дирижабль.
лучше бы мы не топали, так бы мы его, в принципе, смогли убить бесшумно. Ну да ладно, мы и так их убьем. Гранаты. Конечно, гранаты, нахрен, а ты чё хотел? Это тебе не лошадок из дерьма лепить. Это война, сынок, это война. Гранаты тебе в жопу и все, прощай, чувак. Так, что тут у нас есть? Ну кто там топает, нахрен? Это ты? Здрасте. Позиционы, позиционы, каламбоны. Так, где ты, где ты? Где ты, орущий мудак? Вот, ой, снайперок. Снайперок, снайперок. Сейчас мы тебя замочим. Так, извиняюсь. Тут мы посмотрели, что тут есть. В принципе, тут ни хрена нету, да. А поэтому, да тут, в принципе, тоже толком ничего нету. Да, ты запарил уже. Нахрен стрелять тут. Тут полно нацистских свиней. Я вижу, чувак. Я, конечно же, вижу вот это все, но... What's that? Kill as many Nazis as I can? No, I said... Can't hear you, Kessler. Lots of static. Ладно. Обнаружен сигнал. Ага, значит, поаккуратнее нужно быть. Там вот те хрены нахрен с рацией топают. Вы чё издеваетесь нахрен? Не слишком ли много их там? Чувствует моя жопа. То сейчас нам тут реальная жопа будет. Там двое вот тех роботов. Как нам пройти? Уй. Ну, вроде он нас не запалил. А мне интересно, его можно убить, например, со спины? Если мы, например, к нему со спины подойдем, снимем броню его и просто ему в жопу ножик воткнем. Он умрет или его просто-напросто нужно долбить, долбить до тех пор, пока он сам не сдохнет от пули. Смотрите, ребята. Я надеюсь, я правильно иду. Хотя вряд ли, но все же. Зачем-то это тут сделали, это, наверное, просто тут сделать, чтобы... А, ну это секрет, да и все, больше тут особого ничего нет. Так. Вот туда нам нужно, да? Нет, не сюда нам нужно. Ну хотя он меня не запалил. А я так похрен бегу просто-напросто вперед, да и все, знаете. Вот мне интересно, может... Ой. О, а тут вообще охрененная нычка. Смотри, спрятались, никто нас даже не заметил. Здрасте. Как делишки у вашей жены, детей? А мы обошли двух роботов, и нам пофиг, они нас даже не тронули. И я такой прям как Рэмбо, пу, напрямик попёр. А они так, а кто это был, а кто это был, мы не знаем, и все. И даже меня не заметили, и я прошел. Замечательно. Ху, ну, знаете, хотя бы нам не пришлось убивать вот этих нахрен двух терминаторов. Мудак. А, лучше бы ты шел воевать нахрен, а не сидел там и не бухал. Мудак.
Не, ребята, я же правду говорю. Сидит там наш, лучше бы помогал в войне. Открой боковые ключи побольше. Тактики нахрен у вас, я вижу. Where's your shirt, Johansson Sard? Pippa, you're agent too. It's Nurse Inga now. Агент второй? А ты еще кто? Ну хрен, ты еще кто тут такой? Изменяешь мне, паскуда? Yeah, 6 months now. Haven't seen you since the London HQ party. Oh, that was a riot. Wesley spilled beer all over my Bristols. Clumsy twit. Ну, базарки, базарки. Я подожду. I'm sorry. This is not the time for maudlin stories. Listen, I know what you're after, Blasco. The man in my bed over there is one of Helga's Nazi flunkies. Before he took a little nap, I listened to his tongue. О, ни хрена себе. The folder you're searching for is located in Helga's room at the Wolfberg Tavern. Now, apparently, she's quite the wine connoisseur. Pose as a waiter, and maybe you can get close to her. But for God's sake, put some bloody clothes on first. There's a shirt in the chest over there. Do leave your guns. The tavern staff don't carry firearms. I'll keep them safe for you. Fucking Nazis. Fucking. And people just follow these bugs like brainless ghouls. Maybe they deserve nothing better. Пушечек у него, конечно. Смотрите. Это он все в кармане носит, нахрен или что? Давай, я помогу. These hinges are rusted. Come help me with this, Blasco. The tunnel is a 9.4 meter swim to the well in the tavern's backyard. Ну конечно же, труба нахрен. Весь сюжет на этой трубе сделан. Don't you fucking drown on me now, you adorable tosspot. Опа! Надеюсь, теперь не заржавеет до моего возвращения. А мы плывем в чистенькой рубашке по грязной канализации. Опа! Наша самая ожидаемая часть, ребята, это нужно забираться трубой по стене. Конечно же, ребята, как без этого? Как без этого, ребята? Это симулятор 2015 года, там трубопровод какой-то нахрен. Так. Опа. Я ее, если честно, сначала не заметил, но ладно, похрен. Да ты твою мать, я тебя и не заметил случайно, ну ладно, похрен. Еще сколько я ж собак так не замечу и скажу, ну ладно, похрен. Опа, там ничего нету в тубзике. Опа, золото есть. Так, ну что, топаем в ресторан или что это нахрен? Ну тут ни хрена нету. Ага, есть. Ну ладно, потопали. Ага, ну я понял, я понял, я понял. Куда мне вам, в рыло это кинуть, что ли? Ist er mit ihren Fortschritten nicht zufrieden? Ach. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal mein Bein genießen. Дай выпить спокойно. Ich bring Sie zur Ausgrabung, dann werden Sie schon sehen. Пора, Warten Sie. Bevor Sie gehen.
Здрасте. Им похрен, да, что я тут письма краду? Она нам... France. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Opa. Los. Probieren Sie. Нет, я не хочу. Идите в жопу. Probieren Sie den Wein. Так и будем сидеть. Ну на нахрен выпью. Так уж и быть. Und? Köstlich. Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Er ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ну иди ты в жопу. Man riecht es sofort. Не хочу я нюхать. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Сам ты кретин, насастый. Because, my dear incompetent Schreiner, he's not a waiter. He's a spy. Ух ты нахрен. I would be impressed by your atrocious German. Now give me the folder, Franz. Какую жопу палку? Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Что мне делать? Просто духара меня пялится, насастый. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Давайте, Рэмбо. А ты никак так и никого не убил. Вот ты косой нафиг. Что стряслось? Они использовали динамит, чтобы попасть в склеп. Землетрясение. Как-то тихо стало, когда вот эти заставки нахрен. Шестая глава. Ну, в принципе, как я знаю, еще парочку глав осталось. И давайте уже, наверное, на этом будем заканчивать, ребята. Прямо вот тут. Всем спасибо за просмотр. Вступаю в нашу банду крутых перцев. Вы же хотите быть в нашей банде? Конечно же. Все, что вам нужно, это просто быть моим подписчиком. Буду очень рад, если вы подпишетесь на меня. Также... Очень буду рад, если вы поставите лайки, оставите свой комментарий к этому видео. Это приносит мне больше сил, энергии и просто-напросто мне это нравится. Если вы, конечно, если вы ставите лайки. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.